Колбаски по-домашнему. В блендере измельчите куриные бедрышки, лук и сливочное масло. В полученный фарш добавьте сливки, яйцо, кориандр, соль. Перемешайте. Сыр натрите на крупной терке и добавьте в фарш. Мелко нарубите укроп и также добавьте к фаршу. Перемешайте. На пищевую пленку выложите 1-2 столовые ложки фарша. Скрутите колбаски, зафиксируйте концы пленки. В кипящей воде отваривайте колбаски 20 минут. Сваренные колбаски освободите от пленки и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Подавайте колбаски с салатом или гарниром по вашему вкусу.